В мытищах вышедшего к людям кабана сопроводил до леса полицейский патруль. Инцидент засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что потерявшийся зверь вышел на проезжую часть. Именно там лесного гостя встретили сотрудники полиции. Чтобы не останавливать движение и обеспечить безопасность животного, они проводили его до леса. К слову, это не первый случай встречи дикого зверя в мытищах. В последнее время кабанов часто замечают в жилых районах города. Чаще всего они передвигаются стаями.